какое число? Короче, сегодня конец июня, и мы решили с такими смешными очками сорваться в Южную Калифорнию со всей нашей семьей. Я не могу держаться и не показать красоты Бэй-Эрии. Здесь заканчивается Бэй-Эрия, за этими горами начинается пустыня, и мы въезжаем в Южную Калифорнию. Нам еще 5 часов до Санта-Барбары. В этих очках мне аж стыдно, простите. Мне меньше. 4. Лео нас заснул. Лео, как ты? Ему удобно, а? Ну, да. Я ему типа разложил, как кровать сделал, кресло. В общем, мы решили у меня в офисе поработать в Сан-Хосе. Лео там, конечно, так работал, громче всех. Все бросал, мячики по всему офису. Его было слышно. И решили сорваться в Санта-Барбару. Постараемся по пути что-то показать или уже там внутри. Мы никогда еще не были там, да, вместе? Но, как сказал один человек, куда вы хотите поехать в Америку? В Санта-Барбару, я там всех уже знаю. Смотрю сериал с детства. Проезжаем возле Монтерей, чувствуется облачная атмосфера, нет солнца, депрессия. Монтерей. Не знаю, видно было, не видно, но переулок Салла. А посмотри сюда, насколько красота. Вдали горы, вдали солнце, а мы под бризом Тихого океана. О, нет. Вот это ветер. Анечка, закрой двери, двери. 66 на улице. Машина прекрасно делает почти 50 на галлон, average. Остановка номер 3. Мам, я тут хочу. Куда ты хочешь? Океан. Океан? А что ты будешь делать на океане? Леонард, что ты будешь делать на океане? Купаться? Да. А если холодно? Вау, какая долина. Просто исчезает. Даль, красоту. Что могу сказать? Ничего. Пока не доехали, ничего не могу сказать. Просто классно. Здесь видно, видно вот эти нефтекачалки, такие штучки. И все работают везде. Что-то кто-то качает на горах, на земле. Странно и интересно. Армейская база. Всякие солдатские машины. Короче, прикольно. Приближаемся к красивенькому маленькому городочку. Смотрим, что здесь. Пока ничего, просто красивый городок, закат солнца. Леонардо, привет! Как дела? На улице достаточно прохладно и очень прохладно. Остановка номер 4. Поехали дальше. What a beautiful views. Знаете, еще интересный факт, что all the time we drive, there is Christian radios playing all the time. We just click scan, попадаем на Christian station. This is beautiful and encouraging radio.
Pacific Ocean. Да, какие красивые домики. Welcome to Pismo Beach. Это первый фривей и 101 фривей вместе в одном. А если вы едете по первому фривею, вот, вот такие виды, вот такие красоты, все 8 часов поездки. Если не больше, мне кажется, больше. По первому там же все закоулки, медленнее. Тем более сейчас обвал. Сейчас кусок земли обвалилось, поэтому нам пришлось ехать по 101. Давайте понаслаждаемся музыкой. Как мы все поняли, снимать стало темно. Поэтому на сегодняшние кадры мы со всеми прощаемся. Увидимся завтра.